Да не может быть такого! Вот смотри, похитители звонят! Поговори с ними! Алло? Ваша жена у нас. Если вы не заплатите $1 000 000, мы ее убьем. В качестве доказательств я могу вам отправить ее палец. Подождите, подождите, пальчик не пойдет. Давайте вы нам лучше отправьте голову сразу. Вау, даже смотри, какой телефон я купил. Вау, дай посмотреть. Нет. Ну, пожалуйста, ты что, жадина? Ну, ладно, только очень аккуратно, ладно? Я тебя умоляю. Спасибо. Вау. Аккуратно, аккуратно, не вот царапай. Вот это техника. Даже давай быстрее уже. Ладно, держи. Пап, какую воду ты пьешь? Фильтрованную, покупную или кипяченую? Я пью водку. Даша, что такое? Я писалась. Она Ты тоже описался? Даша, ты уроки сделала? Ты что, уроки сделала? Ты что повторяешь со мной? Ты что повторяешь со мной? Ты что, офигела? Ты что, офигела? Ладно, хорошо. Ладно, хорошо. Я самая тупая девочка на планете. Я знаю. Папа, где наша кошка? Так мы же ее съели на обед. А, точно. А что мы будем на ужин есть? Папа, это тебе. С Новым годом. Айфон? А ты где взяла деньги? Это секрет. Даша, это же айфон, он дорого стоит. Где ты взяла деньги? Я продала твою машину. Машину мою продала? Пап, мама, из балкона упала. У нас же нет балкона. Ну, из окна, значит. А, ну мы же на первом этаже живем, ничего страшного. А, да, я тогда тоже пойду прыгну. Папа, где мой телефон? Твой телефон у меня. Ты должна угадать пароль за 30 секунд, иначе я его просверлю насквозь. Время пошло. Год моего рождения? Нет. Год твоего рождения? Нет. Год рождения кошки? Нет. Даша, когда ты уроки будешь делать? Попозже, пап. Попозже уже поздно будет. Пап, ты сам говорю, учиться никогда не поздно. Что? Папа, какой пароль от Wi-Fi? Разбей телефон. Папа, ну скажи пароль от Wi-Fi. Разбей телефон. Я не могу разбить телефон. Скажи пароль от Wi-Fi. Я же говорю, разбей телефон. Ладно. Да что ты наделала? Ну ты же сам сказал, разбей телефон. Это пароль от Wi-Fi, разбей телефон. Папа, можешь починить мой ноутбук, он не работает. А что случилось? Ничего, он просто не включается. Ты его роняла, может? Я его не роняла, я его просто скупала. Как едят нормальные люди апельсин? А как кушает папа? Апельсин. Пап, мама с лестницы упала. Что она сказала? А материться можно? Нет. Тогда ничего не сказала. Как чихаю я? Как чихает мой папа? Пап, меня одноклассник укусил! Даша, ничего страшного, пацан, видишь, я играю, пройдет! Пап, смотри, какая я страшная! Да ты не страшная, ты всегда была страшная! Пап, ну пожалуйста! Пап, смотри, какой телефон! Это же мой телефон! Да, я его помыла, он теперь чистенький, только он почему-то не включается! Что? А ну иди сюда!